постигло меня некое разочарование. Вроде как наш, вроде как не наш. Вот она, наша скоба. Вот скоба от SX7. У SX7 намного меньше изогнута. Тормозной суппорт левый от Mazda SX7. И вот тут случился самый большой облом. Начал я ставить эту скобу, и что вы думаете? Очередное видео о техническом обслуживании нашего автомобиля. Как вы думаете, что это такое? Наверняка многие догадались, что это тормозной суппорт. Вопрос, от какого автомобиля? А вот и ответ. Тормозной суппорт левый от Mazda SX7. Все посмотрели. Почему от SX7 и что он здесь делает? У меня на моем автомобиле вот эта скоба, она подизносилась. При замене тормозных колодок, при поджиме тормозных поршней, я немного искривил вот эту скобу. И в связи с чем колодки, которые вот здесь вот стоят, они у меня раздолбили посадочное место. И колодка вот с этими вот металлическими креплениями, она просто-напросто играет. Играет постоянно, брынкает на всех кочках, на всех неровностях. Рассказываю. Наша тормозная система от нашего автомобиля. Тормозные комплекты подходят от Mazda SX7 и Mazda MPV 3 LI. Так что сегодня я буду ставить вот этот тормозной суппорт на место своего старого суппорта. Ну, посмотрим. Или я поставлю вот эту скобу, или поставлю полностью тормозной суппорт. Проверю вот эту работоспособность вот этого суппорта, потому что он с машины 2010 года SX7. Ну, ему всего получается 9 лет. Ну, посмотрим, в каком он состоянии. Я думаю, что критичного в нем ничего нет. Поэтому поставим, проверим, обслужим, если есть необходимость. Закрепим, вернем все в исходное. Единственное, что, скорее всего, вот этот болт, вот этот шланчик придется переворачивать, потому что вот здесь вот есть дырочка, вот здесь нужно будет открутить и его перемахнуть, потому что на SX7 стоят тормозы немножко с другого места. Вот наша тормозная система. Сейчас будем устанавливать вот этот или сам суппорт, или просто скобу. Обнаружился один косяк. Так как у Mazda SX7 тормоза находятся не здесь, как у нас, а вот здесь, вот как вот с этой стороны, то левый это правый, как у нас, правый это левый, как у Mazda SX7. Поэтому учтите, если будете брать на нашу машину с Mazda SX7, нужно брать, если на левый борт правый суппорт от Mazda, если правый, то левый от Mazda. Такие вот дела. Вот этот, он как раз пойдет на правый суппорт, если буду ставить ремкомплект. Но сюда он точно не встанет. Такие вот дела. Каверзный хотел целиком поставить, но не получится. Придется только скобу с него снимать. А так, в принципе, все идентично. Единственное, что реально, если правый, то левый, левый это правый. Потому как шланчик у него направлен в другую сторону. Этот суппорт с правой стороны, если ставить на наш автомобиль. Будьте внимательны. Сейчас я его разберу, сейчас этот сниму, поменяю скобу и воткну на место. Вот обратите внимание, если ставить сюда левый суппорт от SX7, то шланг будет вниз смотреть, и вот это отверстие спускное тоже будет снизу. Они должны стоять наверху. То есть сюда нужен правый суппорт от Mazda SX7. Обратите внимание вот на этот болт. Тут муха не сидела, ни разу он не откручивался. Чистенький, в смазке. В смазке, видите, еще до сих пор. Заводской, хороший, замечательный болт. И сейчас мы это все обслужим и вернем обратно. Штатные, нормальные, хорошие болты. Кому интересно, вот комплект. Называется он... комплект установочных тормозных колодок. Вот его номер 901-775. Френкет, стоит он 400 рублей. Не ожидал, что в таком хорошем сохране будут вот эти установочные металлические пластинки. Может быть, я даже их оставлю на месте здесь, потому что они в очень хорошем сохране. А этот ставить не буду, за исключением вот, вот здесь вот есть такие пластинки. Это индикаторы износа. Их я буду устанавливать по-любому.
Вот про эти пластинки я говорил, индикаторы износа, обязательно их нужно ставить, так что рекомендую брать комплекты или тормозных колодок вот с этими индикаторами, или отдельно комплект вот с этими вот пластинками, вот с этими пластинками, здесь они в живом состоянии, в хорошем. Будем оставлять эти. И вот тут случился самый большой облом. Начал я ставить эту скобу, и что вы думаете? Да, на штатное наше место она не встает. По отверстиям крепежным, короче. Вот, она просто не встает в это место. От Mazda SX-7 нам подойдут только суппорта. А сама скоба не подходит. Учтите, имейте в виду, не подходит. Такие вот дела. Возвращаю все в исходное. Постигло меня некое разочарование по поводу суппорта от Mazda SX-7. Почему это так? Вроде как наш, вроде как не наш. Но однозначно, вот видите, суппорт SX-7 левый. Наш Mazda MPV A1 рестайлинг 95 года, японец. Но в чем разница? Суппорта наши, сами суппорта наши, будет запасной. Но левый это правый, запомните, левый это правый наш. А вот скоба не наша. Есть нюансы вот с этой скобой. Это не наша скоба. Видимо, диаметр тормозного диска другой у Mazda SX-7, поэтому скоба не наша. Вот она, наша скоба. Вот скоба от SX-7. У SX-7 намного меньше изогнута. Вот, видишь? Здесь у нас очень сильно изогнута. И второй момент, смотри. Посадочное место. Вот оно. Наше посадочное место. Вот оно, видишь? А вот Mazda SX-7. Посадочное место. Это не то, видишь? Вот здесь дырка. Не там, где надо, короче. Это